кольцевые соединения возникают, когда одна бухта заканчивается и требуется продолжить монтаж из следующей бухты. Сейчас покажем, как выполнить такое соединение. Для выполнения этого соединения нам понадобится стандартный набор оборудования. Выполните разметку соединяемых гидрошпонок. Срежьте анкерные элементы на ширину не менее 6-8 сантиметров. При необходимости удалите остаток анкерного элемента. Важно! Снимите фаску с торца гидрошпонки, на поверхности которой удалили ребра. Выполните соединение гидрошпонок так, чтобы срезы анкеров оказались плотно прижаты друг к другу. Вначале выполните сварку плоской части гидрошпонки. А затем сварку анкеров. Для этого разогрейте торцы анкерных элементов и вручную прижмите их друг к другу. После остывания выполните проверку качества сварного шва.